Женька, здорово! Как дела твои? Сначала встал во сколько там, 8 утра или 7. Потом думаю, такой, что-то я рано встал, короче. Лег спать, и вот сейчас второй раз проснулся уже. Я понял, понял. Че, здоровье говорят? Да, я 3 дня болел. Ага. Ну, я тебе так скажу, это знаешь, что это? Вот был бой, да? Вернее, была подготовка, было все отлично. Прям, да. прям перед боем за 2 дня у меня была ангина и температура. Вот. И в день боя, слава богу, я такой просыпаюсь и не чувствую ни горла, ничего уже. Вон, не чувствую, не чувствую. Да-да-да. Вот. И потом, смотри, прикол, короче, проходит бой, проходит ровно неделя, потом проходит еще один день, и меня срубило, короче, понял? Просто вот так вот. Просто срубило, и все. Я 3 дня дома лежал. Вот я понял. Вот так. Подписчики, за ваше здоровье. Вот так вот вам, пацаны, короче, и девочки. Там все меня спрашивают, спроси. Что по поводу Чоршанбе? В итоге я так и не понял. Вы же не будете драться, он же не принял твой вызов. Че заебывают? Так, фишка в том, что я не знаю, что у него там, как бы, я не знаю, как его. Я, как бы, вариант боя с ним вообще не рассматривал, я знал, что это все, короче, показуха, и, в принципе, моряк-то не... Ой, моряк. Моряк дерется со всеми. Чоршанбе ни с кем не дерется. Да, сейчас. Но он, видишь, он же травму тоже получил. Возможно, поэтому не дерется. Ну, дай бог ему здоровья. Да, вот. Как говорится, в нашем трудном деле. Пусть дерется. Ну, пусть доказывает. А если нет, то нет, как бы. То есть, какой с него спрос? Это точно. Что, дальнейшие планы там? Что ты хочешь вообще? Где развиваться? Ты уезжаешь или нет в Америку? Дальнейшие планы такие, что... На нас уже вышли представители из Барнакла, понял? Угу. Возможно. Ну, сейчас, короче, планы такие. Проводим 2 боя по профи-боксу для бокс-река. Да. Да. Я даже, наверное, знаешь, что еще сделаю? Можно в Шердок мои бои по ММА занести. О, это тоже будет круто. Я, наверное, заплачу денег, пусть мои бои... Они же официальные были. На битве за хайп, на мясорубке, там тоже судьи, все официально. То есть... По факту, бой по ММА есть? Есть. Его можно занести в бокс-рек. Не в бокс-рек, а в Шердок. Да, в Шердок. Да. И все, я хочу это сделать, провести 2 боя по профи-боксу и уже захотеть в Барнакл, уже с официальным этим рекордом. Это будет бомба, вот, дай бог. Новый год? Я хочу нам всем дорогу проложить. Ну, я так и думал, то, что ты хочешь быть первооткрывателем, как Христофор Колумб. Открыть Америку, да. Вот так, поставить флаг моряка, давай, пацаны, заходи. Слушай, ну, я, короче, такой, знаешь, я такой флаг поставлю, на котором на флаге будет, короче, эмблема, понял, хардкора, бодимания, там, топ-дойся, разные будут эмблемы, да, да, понял, да, такой, да. Интернациональный флаг такой будет, короче, бабамс. Короче, как мой вуз Руден, только ру-моряк будет. Да. Да нет, на самом деле, знаешь, я вот как бы в своей голове такой, как подумал, что типа делать по жизни, да, например. Да. И раз уже я этим занимаюсь, то почему бы не попробовать, короче, планку как бы сразу не задрать наверх, да, например. Да. И не об этом думать. То есть как бы Россия, Европа – это хорошо, но я как бы, мы с девушкой давно хотели в Америку попасть. И, в принципе, я даже со спортом себя особо связывать, ну, не думал. Не хотел, да? Да, я не думал, что буду как бы по боями заниматься, а тут когда раз получилось, я подумал, почему бы нет. И пошло-поехало просто, и все. Вы, короче, устроите себе каникулы в Вегасе, да? Да. Только смотри, братан, я тебя прошу, пускай у тебя мальчишник не как мальчишник в Вегасе, проспаешься, а здесь татуха Майка Тайсона. И потом на свадьбу побежал сразу. Слушай. Ну, это хорошая идея, короче, если я туда улечу, приди туда хардкор, понял? И мы устроим мальчишник в Вегасе, и будем фильм снимать такой же, понял? Я же, братан, не пью, но мы там что-нибудь придумаем. Походу, у тебя будет татуировка Тайсона, понял? Да. Линдруш скажет, погнали, братан, колоть тебе, короче. Не, будем потом Анатолия Юрьевича искать там, понял? Он пропадет, короче, его там не будет. Будем искать его.